Добрый день, друзья! Как же хорошо летом! Солнышко светит, птички поют, розы цветут. Розы в этом году необыкновенно хороши. Несмотря на ураган, они выжили и радуют нас своей красотой. Наконец-то настало то время, когда можно прийти на дачу и не бежать тут же сажать, поливать, рыхлить или еще что-то делать, а можно впечатляться. И я хожу и думаю, нет, надо включить телефон и поделиться с вами этой красотой. Здесь еще не зацвела гортензия, но скоро должна быть. А тут цветут розы. Здесь стоит такой аромат. Так, а где-то здесь лежит кот. Это Ам-ням. Ты тоже тут впечатляешься, что я тебя разбудила, да? Ну, прости, пожалуйста. Уж больно тут красиво. Если бы еще не вот эти жуки, которые грызут листья, посмотрите, какая красота. Непередаваемая. Как они пахнут. Еще и солнышко светит, и травка зеленеет. И кот мяукает. Ты тоже пришел на розу посмотреть? Или понюхать пришел? Да. Вот какая необыкновенная красота. Здесь скоро зацветут лилии, но пока только бутонят. Там отцветает моя английская красавица. Последний у нее цветочек. Посмотрите, какие соцветия. Сколько цветов. А вот эта малышка. Она маленькая, называется бриоза. Но у нее такие прекрасные цветы. И она вся в цветах все лето. Начиная с весны, с поздней, кончая ранней осенью. А у этой, посмотрите, как вывернуты лепестки. Никто их специально не выворачивал, как делают в магазинах. Роза такая есть, она сама выворачивает лепестки, чтобы быть более красивой, наверное. Посмотрите. Правда красивая. Не могла с вами не поделиться. А вот и продолжение сериала. Посмотрите. Там стоит мельница, но был очень сильный ветер, с нее сняли лопасти. А вот маленькая розочка, которая росла в горшке. Это цветочная магазинная розочка. И она который год цветет и вот так прекрасно выглядит. Хотя она находится в глубине, вокруг большие розы. Она спряталась и при этом продолжает цвести. А вот это, мне кажется, это Эшли. Хотя, может быть, и не кажется. О, еще красивые розы. Все настолько красивые. Сейчас покажу. Вот, смотрите, она такая большая, и у нее много бутонов, но расцвел полностью пока только один, вот этот. Вот, вот такой красивый. Так, вот это была Синка де Майо, но она отцветает. А вот здесь растет, цветет джаз. Посмотрите, какие у него интересные цветы. Они разноцветные, и они меняют свою окраску в зависимости от степени раскрытия бутона. Ну что же ты меня сопровождаешь? Я же тебя покормила. Джаз мне очень нравится, но в этом году он какой-то слабенький. Обычно он огромным кустом растет. Вот такие красивые, красивые, красивые цветы. Посмотрите, сейчас я покажу вам с высоты, насколько смогу поднять руку. А здесь, наконец-то, у нас прудик в хорошем. Посмотрите, какие колоски. Я их и не видела рядом с Эшли. Какая Эшли красавица. Вот это один цветок. Вот их сколько. А вот такие красивые барбарисики.
Так, и кто-то тут еще в эти барбарисики залезает. Наверное, хочет кисленьких листочков. Посмотрите, у них окоемочка такая светленькая, а барбарисик красный. А вот бассейн с водой. Ну, в бассейне разве что птички пьют и коты. И даже хоста зацвела. В этом году даже хосты не съедены слизнями. Вот такая красота. Ветерок дует. Вот так. Небо голубое. Ну вот и все. Походила, повпечатлялась. И, наверное... Ой, шляпа улетела. И, наверное, нужно идти работать. Ну как же тут пойдешь куда-то, если, посмотрите, я нашла гортензии. Гортензии зацветают. Это будут розовые. Здесь цветет необыкновенная роза. Вот такая красавица. А здесь растет клематис. Этот клематис у нас мелкоцветковый, а рядом растет крупноцветковый. Он уже отцвел, у него такие смешные ежики. Тут тоже будет гортензия. Там лес, а тут клематис. И на нем полно разных насекомых. Ням-ням тут гуляет. Что-то ему хочется. Наверное, молочка. Да? Молочка хочется? Ну, сейчас налью тебе молочка. Ты же не просто так гуляешь, да? Не просто так гуляет. Рот открыт. Голова горячая. Ой, люди дорогие, смотрите, как хорошо. Всем пока-пока.